Настя. Кто-то поднимается. Пойдем быстрее, быстрее, Настя. Я куклу нашел. Куклу? Да. Всем привет, друзья! С вами канал Топи. И сегодня мы все-таки вернулись на эту злосчастную заброшку с этой жуткой легендой. Вдвоем с Настей. Все, кто посмотрел первый ролик, знают, о чем мы говорим. Поэтому, если вы не видели первый видеоролик, обязательно его посмотрите. Сейчас он выскочит вот здесь вверху по подсказке. Друзья, если вы не подписаны на наши соцсети, все ссылочки на Инстаграм, ВКонтакте будут в описании к этому ролику. Друзья, сегодня минус 20 на улице, очень холодно. Мы, уставшие после работы, все-таки сумели добраться до этой заброшки, хотя сил нет. Мы только зашли сюда, сейчас будем слушать, происходит тут что-нибудь или нет. В этот раз мы с Настей вдвоем сюда пришли. Вроде пока все тихо. Пойдем. Пойдем, покажу тебе сейчас вот эту дверь. Смотрите, ребят. Смотрите, друзья, поближе. Да, и нарисован мультяшный Фредди Крюгер. Сделай. Так. Рамы лежат. Настя фотографирует пока. Друзья, если помните, кто смотрел первый ролик, обязательно это помнят. Я когда, перед тем, как уйти отсюда, здесь, вот здесь, упала доска. И упала, я так понял, вот это. Вот она. Потому что она дернулась. Обязательно посмотрите первый видос. Здесь мы видим рамы лежат. Ну да, я сюда заходил. Повторяюсь. На улице трасса. Так, Настя, предлагаю сейчас постоять. Вот этот подвал, где я ЭГФ записывал. Итак, друзья, когда я зашел в первый раз, здесь были шаги. Кстати, вот она, та самая бутылка, которая упала. Огнетушитель. Да, здесь очень холодно. Тут еще какие-то комнаты есть? Да, вот тут вот. Там комнаты. Но я не знаю, кто тут мог ходить.
Настя. Кто-то поднимается. Пойдем быстрее, быстрее, Настя. Да не может такого быть, тут один вход. Какие бомжи. Друзья, у меня шокер. А что делать? Стоять? Почем? Не боюсь. Нет. Это не человек. Я уверен, что это какая-то сущность здесь обитает. 100%. Тут 100%. Вот я уверен в этом. Здесь, скорее всего, жила какая-то семья, которая обряды проводила. Ну, посмотри. Кто-то поднимался по порожкам. Есть кто-нибудь? Мы пришли с миром. Тихо. Я, по-моему, шорох какой-то слышал. Что-то ветер. Я не знаю, но шаги — это жесть. Так, ладно. Я уверен на 100%, что нам не стоит бояться. Пойдем вниз. Нам надо убедиться, что там реально никого нет. Что тут могло упасть? Да в этой комнате постоянно какая-то фигня происходит. Давай я сейчас вот так сниму. И мы посмотрим потом на видео. Может быть, какая-то доска упала из этих. Так, какую там историю подписчик рассказывал? Подписчик рассказывал о том, что этот дом был построен где-то в 30-х годах. И здесь жила какая-то девушка, она инвалид. От нее отказались родители. Точнее, отец ушел из семьи, а мать потом спилась на этой почве. Денег не было, прокормить ребенка не могла. Короче, она, грубо говоря, бросила на свою мать этого ребенка-инвалида. Как рассказывали, девочка, видно, очень обозлилась на весь этот мир и просто вдарилась в магию. Вот она начала заниматься всяческими обрядами, ритуалами, парчевыми работами, по большей степени. Здесь вплоть до того, что соседи, грубо говоря, боялись эту маленькую девочку. Не знаю, конечно, что с ней стало, потому что ее бабушка умерла. Либо ее забрали куда-то. Может быть, дом для инвалидов, может, умерла. Дальнейшая история ее неизвестна. Короче, не знаю, ребят. Мы сейчас поднимемся наверх. Я думаю, что мы сделаем еще сеанс ЭГФ. А может быть, там, где ему доска упала, пойдем посмотрим. Короче,
Тут точно никого нет. Смотри, это что там висит? А, это диск, наверное, от болгарки. Может быть. Итак, друзья, мы пойдем на второй этаж. Мы сейчас, наверное, на второй этаж пойдем. Там еще чердак есть. Мы думали на чердак залезть. Так, друзья, мы пойдем наверх. Пойдем. У меня шокер, если что. И что могло упасть? Что могло упасть? Это только видео это можно будет увидеть. Я вообще не понимаю, капец. Очень интересно. Вот, кстати. Может быть, что-то обваливается. Так, друзья, вот лестница на чердак. Надеюсь. Так, ребят. Туда мы еще не лазили ни разу. Нет, тут бревна крепкие. Вы что, полезешь? А? А. Да, и тут сюда еще стрёмно залазить. Так, короче, Настя, сейчас я тут посмотрю все и спущусь. Короче, Настя, не знаю, тут нечего ловить на этом чердаке, мне кажется. Тут еще улицы. Ёшкин кот, Настя. Я куклу нашел. Куклу? Да. Смотри, как маленькая. Ну, почти, он такой брови нарисован. Ну. Ногти, смотри, он синий. Может, еще глаза открывается. Настя, давай слазить, потому что меня с улицы видно очень. Блин, капец, тут лестница, конечно. А что мы с этой куклой будем делать? Давай сейчас возьмем ее с собой, мне интересно. Ну, давай. Что это за кукла? Тут ничего из вещей вообще нет. А как вылезть обратно? Держи. Итак, друзья, на чердаке не будем. Тут очень дряхлая лестница, и мало ли что тут может произойти. Фух.
Мне интересно, что это за кукла. О, смотри, у меня глаза все-таки открываются. Видишь? Ага. Голубые. Как у тебя это? Итак. Прямо не там. Так. Я предлагаю сейчас. Так, сейчас. Давай посмотрим, что тут. Наверное, да. О, вешалки. Обои еще старые, посмотри. Ага. Друзья, короче, мы тут посидели минут 15 в тишине. Слышали еще стуки. Жалко, камера не писала, потому что все разряжается. Короче, мы тут посадили куклу, расставили свечи. А сейчас мы будем готовиться к сеансу ЭГФ. Мы хотим пообщаться с духом. Не знаю, может быть, эта кукла как-то связана с этим местом. Свяжемся с духом и поговорим с ним, почему он хотел меня убить, чем можем помочь, как его вообще освободить, скажем так. Давай, Настя, зажигай свечи. Собаки закавкали. Я очень переживаю за то, что здесь вообще может кто-нибудь быть. А здесь явно еще осыпается. Так, друзья. Вот так вот будет снимать. Так, друзья, я достаю спиритбокс. Вот сюда прям положу.